На данный момент у узбекских спортсменов уже в активе 4 медали. Одно золото, одно серебро и 2 бронзы. Вот так. У Казахстана пока одно серебро, которое принесла Абиба Абужакмина. Итак, этот поединок начался. Спортсменка. Ну, посмотрим, что сможет противопоставить Девукт. Мимо Грин-Слэм. Конечно же, периодически, да, вот Узбекистан принимает такие крупные международные соревнования. Ну, если брать для сравнения, да, Астана только в прошлом году смогла принять Грин-Слэм. Но вот Ташкент уже традиционно принимает такие крупные соревнования. Следующий чемпионат мира по футзалу, который тоже в Ташкенте состоится. На подхват сейчас, подхватом пыталась бросить соперницу представительница Нидерландов, но... Пытается руку забрать сейчас. Это было опасно изначально, но Девукт... Да, 2 минуты 48 еще было впереди, но Девукт здесь очень ловко разобралась, да, поймала соперницу. Ну, в каких-то моментах, да, спортсмены теряют бдительность, а одни теряют, а другие наоборот, да. Моментально, молниеносно используют вот такие моменты. Вот, пожалуйста, сегодня во второй день соревнований Grand Slam у нас второй болевой, который, собственно говоря, поэтому очень такое достижение, да, для дисперсональное, конечно же, да, достижение Маргит Девукт. Понятное дело, что впервые она встречалась с Матниязовой. Ну, еще раз смотрим, да. Не оставила шансов здесь. Ничего не оставалось Матниязовой, как капитулировать. Ну и Маргит Девукт свою первую медаль в карьере на турнирах Большого шлема смогла завоевать.